Добрый шансон. О, да вы самый первый у нас. Ну давайте на удачу откроем эту цифру и посмотрим, что вам досталось. Давайте посередине пятерочку. Пятерочку, итак. Все предельно честно. Закрыто. Давайте тройку. Давайте. Собственноручно вот можно зайти. Нет, это двоечка. Вот. Опа. Термос. У нас куча подарков и призов, а вам очень сильно повезло сегодня. Спасибо большое. С наступающим Новым годом, счастья, здоровья и всего самого отличного. Взаимно, вас тоже с наступающим Новым годом. Вы совместили приятное с полезным. Да. Сразу не очень рады. Ну, немножко подумали. Пришлось подумать. Да. Выиграться, да, так да. А потом я сказала, что здесь. А вы? Шансон на хоккей. А, значит, правильно. У нас есть еще 5 нераскрытых ячеек. У вас термос. Термос пригодится? Конечно. А мы здесь на месте событий принимаем все эти пароли и, конечно же, раздаем призы. Так что поторопитесь. Шансон на хоккей. И рядом со мной стоит Андрей, он хочет пожелать добрых слов всему Восточному Оренбуржу. Он у нас оказался самым крайним, кто открыл вот такую крайнюю ячейку на нашем табло. Итак, Андрей, передаю слово, сейчас он будет с нами разговаривать. А я еще раз напоминаю, дорогие друзья, до 31 декабря акция «Новогодние искатели» продлится. Ловите нас в любой точке города. Ну, хочу пожелать всем в новом году быть счастливыми, чтобы все недуги остались в этом году, а не в следующем.